рассада земляники садовой Вима Занта имеет отличную зимостойкость и не подается засухе. Растение показывает хорошую сопротивляемость по отношению ко многим заболеваниям, но только при правильном уходе. Ягоды земляники очень крупные, ярко-красного цвета, не имеют блеска. По форме они могут немного различаться, круглые на первых сборах и конусообразные при последующих урожаях. При правильной организации микроклимата для рассады плоды будут очень сладкими и сочными с сильным земляничным ароматом. Обязательно нужно подкармливать почву, в конце марта вносить органические удобрения, а в конце апреля – фосфорные. Земляника садовая Вима Занта – это травянистые. Весной листва по цвету светло-зеленые. Земляника садовая Вима Занта имеет средний ранний срок созревания. Его плоды созревают в месяц май-июнь. Урожайность земляники садовой Вима Занта составляет 0,6–0,8 кг. Плоды имеют массу от 25 до 40 грамм. Форма у ягод округлая. Окраска ягод ярко-красная. Вкус сладкий. Важно, что земляника садовая Вима Занта самоопыляемый, обои полый. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.